просто показать, что это вот такая карта интегрального танца. Какие области мы можем затрагивать. Но любая карта, она описывает реальную живую территорию, а мы, как люди, мы прокладываем какой-то свой маршрут по этой территории. Мы как бы выбираем, а где вот мне приятнее находиться, а где я чувствую себя более дома, а какими путями я могу идти. Но имеет смысл как бы знать вот эту вот широкую карту, широкую, иметь знание и представление о большой территории и уже как бы выбирать свои маршруты и посылать своих клиентов куда-нибудь в правильные места. Ну, они слегка соотнесены, потому что это все-таки там нету такой жесткой системности, понимаешь? То есть как бы это все-таки более... Здесь важный момент, что это одно поддерживает другое, что это не отдельные направления, которые не связаны друг с другом. Это действительно части единого пространства. Что, естественно, что когда мы работаем с импровизацией, очень хорошо опираться на соматику, на реальное знание тела. Когда мы как бы... Что, как бы взаимосвязь там терапевтического и духовного аспекта опыта. И так далее, и так далее, да, то есть о том, что, как бы, что есть определенные пересечения и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Это все части единого пространства. Все связи я не могу здесь показать. Это иногда очень такие запутанные пути, конечно, ризома. Ризома. То есть ризома – это описание вот этих корневищ некоторых, которые так вот переплетены. Это понятие используется в таком постмодернистском философии осмысления о том, что это вот больше всего, ну, точнее всего, вот это вот описывает пространство мышления современного, что оно не системно, а оно, скорее, там, все взаимосвязано со всем. Но в то же время важно, что это не вообще любой хаос, да, а там вот есть соти жизни, какие-то очень точные связи и так далее, но они очень переплетенные. Вот, это вот. Поэтому вот это вот. Это я, конечно, мандалу рисую, но на самом деле это ризома. Да. Да. Я вижу, я подавил вас интеллектуально. Да. Не вдохновил, а подавил слегка. Это не меняет. Для того, чтобы ходить по этой карте, вам не нужно быть мной. Вам нужно быть собой. Это вот как бы берите из этого только то, что вам может пригодиться. Как бы возьмите из этого кусочек, который вы можете, из этого пирога кусочек, который вы сможете съесть сегодня. Не берите все. Вот. Берите меньше. Да, то есть как-то вот как бы то, что я могу съесть сегодня, оставьте на потом. Это 25 лет практики за этим стоит. То есть, ну не надо. Но, тем не менее, как бы я считаю, что дело не только в 25 годах, а в том, что какие-то связи легче сейчас обнаружить, какие-то вещи быстрее можно пройти, которые можно пройти быстрее. Есть вещи, которые нельзя пройти быстро. То есть никто не отменяет 10 тысяч часов практики для мастерства. То есть если вы хотите быть мастером в какой-то области, вы так или иначе все равно пройдете эти 10 тысяч часов. То есть это то, что от 5 до 15, да? Вот. 10 тысяч – это то, что от 5 до 15. Вот. Именно практики, разные практики, и, ну, вот, которая приведет вас к мастерству в определенной зоне. И важный момент, что это все еще на пересечении разных областей, да, то есть где-то там нейрофизиология, где-то анатомия, близкая к медицине, где-то антропология и так далее, и так далее. Что... Еще одна вещь. Многие говорили здесь, что они, ну, как бы, вот я поучился здесь, потом пошел в другое направление и так далее. Что вот сейчас, там, для современного специалиста, практически в любой области, это нормально иметь не одну идентичность профессиональную, а несколько. И вот как бы, что вот, ну, я танцевальный терапевт, и поэтому мне нужно вести только танцевальный терапевт. Вы, в первую очередь, это вы. И вы можете обращаться, где нужно, и насколько для вас годится, там, к танцевальной терапии, к развивающему движению. Использовать это только как свою собственную духовную практику. И так далее, и так далее. И это может меняться во времени, что сейчас это так, а через 3 года это совсем иначе. Ну, не совсем, но иначе. То есть
В этом много свободы, много движения. И вот это вот желание как бы некой одной идентичности, на мой взгляд, сейчас это достаточно детское желание, чтобы у меня были просто папа и мама, и все. Нет. Папа и мама уже, то есть вы уже выросли. И нет папы и мамы, есть как бы то, с чем вы встречаетесь, учителя, спутники, враги, близкие друзья и так далее. То есть как бы это уже, как бы эти направления, те знания, которые вы встречаетесь, это не то, что как бы вот я пришел домой. Путь продолжается. Вы уже ушли из дома. Путь все время продолжается. Да, да. Но важно, чтобы это были твои ошибки, чтобы плата, чтобы другие за них поменьше платили. Да. Все равно будут платить и другие тоже, но чтобы поменьше. Вот об этом можно позаботиться, чтобы другие за твои ошибки меньше платили. Совсем не получится. Можно не сдвинуться. Да. Да. Еще? Теперь потанцуем, да, со всем этим. А как так можно не платить, ну, чтобы другие не платили? Совсем не получится. Ну, да. Ну, как бы, ну, больше работать самому с собой. Ну. Да. Или же, ну, как бы, четко заявлять, а что я делаю в мир, вот, как бы, что я сейчас учусь. И тогда люди, понятно, да, вот готов я с этим человеком, когда он учится быть. Или, и мне все равно, что он учится, но она такая прекрасная, что я готов с ним быть даже вот в этот момент. Вот. А, ну, техника безопасности, вот, ну, как бы, но не с перепуганными, ой, я не знаю, что я делаю, давай что-нибудь сделаем, да. Вот, как бы, очень фокусирование, да, очень ясно понять, куда я иду, какой шаг я делаю, насколько я могу, да, насколько у меня вот эти вот чувствилища открыты. Вот этот момент. То есть, окей, хочу провести занятие, но я понимаю, что там про чувства еще нет, про тело, да, могу. Хотя я на самом деле знаю, что нет, что это все взаимосвязано, что это все единое целое, это все будет одно задевать другое. Я знаю про это. Просто я сделаю акцент сейчас на этом. Угу. Понимаешь?